можно... Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем Готику первый. Не хотел бы оказаться на его месте. Ну давайте. Так, я обокрал здесь. Вот от этих ворот все вот это вот я обокрал. Всех. Кстати, что хочу сказать, они стали жить гораздо богаче, чем в версии 1.1. Больше гораздо, не хочу, даже рудокопы иной раз богаче, чем кто бы то ни был. Так, подкрадывание, что там, стрельба из лука надо было учить. Надо выждать время, спешка Ладно. Не доведет до добра. Так, и что у нас? Воровство. Чужие проблемы так, не мои. И ночью я случайно нашел вот этого типа, да, он здесь, Флетчер. Хотя это, думаю, я с ним разговаривал. Оказывается, нет, его здесь нет, он сейчас в замке. И он по поводу НЕКа хотел поговорить. Давайте ответим ему. Не то, что сейчас. Я по поводу НЕКа. Да? По-моему, я нашел его. Что? И где он сейчас? Стал кормом для крыс. О нет, черт. Теперь я точно останусь здесь навсегда. А я так надеялся на его возвращение. Теперь я точно вляпался. Почему нельзя держать язык за зубами? Так. Давай, а в чем проблема-то? А в чем проблема? Я серьезно задолжал Скатти. Теперь он узнает, что я вместо НЕКа и будет каждый день ко мне приходить. Возможно. Так почему бы тебе просто не забрать у них еще руду за защиту? НЕК собрал плату перед тем, как пропал. Так что сейчас с них нечего брать. Так. Ну вот смотрите, можно... Так, тоже как миссия, да, по-моему? Сундук Айрона, так. Новый партнер... О, сундук Айрона, это что я? Рудокоп Спайс предложил... А, ну да, это в шахте было. Так, давайте начнем с Диего, я так понимаю. Он у нас стоит первый. У нас обед, да? Обед, да, я спал до обеда, потому не что думаю, до утра что крал. Хоть что-нибудь изменится. Крал здесь все до... Давайте еще раз возьмем у него. Иду, давай. Ты говорил, что... Да, так. Вот все, мои три порции я получил. Да, барахлишко-то я набрал, ого-го, будь здоров. Ну, пока я не буду продавать, потому что... Марус, ты что такое, кто такой? Привет! Что ты здесь? Что ты такой грубый? А я еще какого-то рудокопа, подождите, видел. Так, нет, Сэм. Сэм какой-то, призрак Сэм. Призрак Сэм, призрака Сэма будет поискать там. Каким хреном, правда? Это не слишком так интересно. Я вроде с ним не разговаривал. Другом. Все, не думаю, что здесь что-нибудь. Вот он, вон он, вон он. Глупость неизлечима. Папа, давай лучше сменим тему. Так, я передал. Так, Ян передал мне записку, так. Ян передал мне список. Поговорим о чем-нибудь другом. Отлично сработано. Это будет говорить в твою пользу. Неплохо, так. До встречи. Я думаю, что здесь что-нибудь изменится. И почему нельзя держать все язык время зубами? Одно и то же. Теперь мне надо. Я уже проголодался. Я считаю себя твоим гостем в некотором роде, поэтому было бы просто замечательно, если бы ты меня угостил, как подобает хорошему хозяину. Это сказали мне мои друзья из Хариниса. Они хорошо относились ко мне. Дебил. Как? Куда бы мне тебя пристроить? Я, может... Что слышишь? Так, во второй части может. Ага. Наверное, ты прав. Да что ты башкой-то вертишь? Да ну, хватит болтать. Ну где ты? Так. Так. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Зависит от того, что ты хочешь узнать. Воровство, конечно. Я хочу стать хорошим карманником. Так ты хочешь облегчать кошельки местных богачей, да? Да, да, да. Что ж, риск будет оправдан только в том случае, если ты остаешься один на один со своей жертвой. Но только профессиональный вор может совершенно незаметно вытащить что-нибудь ценное из кармана зазевавшегося прохожего. Незаметно вытащить вещь из чего-то кармана ты сможешь только тогда, когда станешь настоящим профессионалом.
здесь никому нельзя доверять. Думал, вокруг слишком много предателей. Знаю, слишком. Ну, так как-то. Не, думаешь, не хотел бы я, чтобы со мной поступили. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. Так, вот так, так. Глупость неизлечима. Я давно это знал. И почему нельзя держать язык за зубами? Ты можешь замолвить за меня словечко перед Диего? Да, ты уже многое знаешь. Твои знания пригодятся нашему лагерю. Нам нужны опытные воры. Я отдам за тебя свой голос. Спасибо. Так, теперь мы бежим. Не думаю, что здесь уже тогда что-нибудь. Бежим, бежим. Это все обкраденные люди, представляете? Не самое лучшее решение. Кстати, вот этот боец проснулся и, блин, меня просто порешал, даже разбираться не стал. Уже тогда было ясно. Это этот из нового лагеря боец. Так, Сэм, Сэм, что ты, блин, Сэм-то вот не где-то там в отголосках. Вот здесь мне еще только предстоит красть, да ну, кстати. Больше не хочу слушать. Я не имею к этому никакого отношения. Так. Никому не доверяй. Декстер. Здесь кругом предатели. Покажи. У меня все самое. У тебя все самое лучшее, помню. Основы алхимии. Давай, я основы алхимии, а у меня какие книжки есть? Давай поговорим о чем-нибудь еще. Ну, рецепт зелья я это еще не читал. Уже тогда если было ты ясно, думаешь, что я тебе могу отдать. Ты не должен верить. А в этой что-то есть. Что здесь вот это отдам. Интересно. А в этом давай что? Тарелки отдам. И почему нельзя я держать язык за зубами? Нельзя верить всему, что говорят. Кубки отдам. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Не хотел бы оказаться на его месте. Итак, прошу прощения, мне звонили. Так я говорю, я слишком общительный. Покажи мне свои товары. Поэтому... У меня все самое лучшее. Тоже свои товары, кто бы мои товары купил. Поговорим об этом в следующий раз. Так, я хотел купить книгу. А тебе хотел отдать что? Не так в этой истории. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Так, нет, вот тебе вот. Тарельки вообще все забирай, кубки забирай, может быть, бритвы, некоторых ничему нельзя научить. Забирай. Постой, лучше ни во что не ввязывайся. Ну, северный темный, не знаю, пока еще рано говорить что-либо, сгоревший факел вообще зачем ему нужен, не знаю. О, ключ аэро, а, там, да. Кружки. Быть может, ты и прав. Так, бокалы. Больше этого не я не помню, чтобы они мне пригодились, старая монета, она вообще... Бесхозная. Ты не должен верить. Так, из оружия, что я тебе могу отдать? Так ты говоришь, раньше все. Я больше не слушаю пустую болтовню. Так, старый меч. Глупость нужно думать, прежде чем. Я не имею ввиду. Ржавый меч. Случается. Это точно не моя проблема. Все время. Я не хочу, не хочу пережить это снова. Не хотел бы так, это обратно, да. Все время одно и то. Не хотел бы я оказаться. Блин, а как бы мне еще-то? Это я еще не прочел. Я думал, это но кому это надо? Еще очень давно. Здесь никому нельзя доверять. Цена всего лишь-то, ни хрена себе. Все время одно и то же. Что-то не так в этой истории. Чего у меня есть такого, блин? Здесь никому нельзя доверять. Ладно, потом поговорим с тобой. Уже тогда чужие было проблемы ясно, не что дело. Этим дело не кончится. Не твое дело, чужие проблемы. Не думаешь, я не имею отношения к этому. Я думал, об этом уже все давно знают. Подожди. Я нашел человека из нового лагеря. Он согласен быть твоим поставщиком. Что, правда? Кто бы мог подумать? Что здесь об этом следующий. Кажется, ты твердо намерен всем здесь понравиться. Так тебе это удалось? И кто же он? Шарки, один из воров. Шарки? Да он же еще хуже, чем Мордрак. Что касается Диего, можешь больше не волноваться. Люди слишком много болтают. Некоторых ничему нельзя научить. Мне нужен какой-нибудь... Ну, думаю, я смогу подобрать что-нибудь для тебя. Что же ты мне предложишь-то?
Давай поговорим о чем-нибудь. Наверное, ты прав. Ика ты нахрен. Больше этого не случится. Не сейчас. Я столько в руды наворовал не для того, чтобы штаны покупать. Только обмен. Покажи, что у тебя есть. Люди слишком много болтают. Так всегда и бывает. Ну, меч 10. 12, 14, вот уже палаши едут. Ну я сам себе сейчас готов уже вытащить. Не хочу. Вот, кстати, подожди-ка. Если не ошибаюсь, дом фиска, давайте вот так вот. Я думал, ты на всякий случай. Сейчас я тебе голову оторву. Подожди. Я потом грабить буду, подождите. Я просто посмотрел, закрыта дверь или нет. Че вы все паникуете-то? Не хочу пережить это снова. Я давно это знал. Некоторых ничего. Хуже все то, что... Это точно не моя. Сто руды. Хуже все то, что... Давайте вот сто руды я вот на этого могу потратить. Подожди. Не стоит принимать поспешные решения. Пойдем. Я готов. Хорошо. Мы пойдем через южные ворота. Через северные нам не пройти. Там стражники не берут взяток. И лучше всего, если руду предложишь им ты. У меня нет опыта в подобных делах. Ничего страшного. Ладно, пойдем. Я намерен ночью обокрасть. Ну так, мне под... Поди всех-то не получится обокрасть. Со мной это часто случается. За одну ночь. Больше не хочу. Слишком это... много домов. Ну, хотя, если с вечера... Нет, не получится. Я больше не слушаю, даже если с вечера начать. Почему нельзя держать язык за зубами? И так-то половину кое-как обокрал. Давай. Тогда было ясно, что дело этим не кончится. Так. Пойдем. Стоять! И куда это ты направляешься с нашим другом? Ну, твое-то какое дело? Мы хотим пройти в лагерь, братство. Мы просто хотим прогуляться. А вот тебе от нас небольшой подарок. Я ничего не видел. Ну, вот так-то. Пойдем. Блин, за тебя 100 руды отдал. Ну ладно, блин, это с рудокопов тут вообще... Стоит только по сундукам прошмальнуться, и у них да хренища. Раньше, блин, они беднее церковные крысы были, а сейчас они некоторые побогаче призраков. Неплохо, он еще один стоит, жертва, только я не помню, с чем он там стоит. То ли к нему врагов привести, варги там стоят с орками. Приведу, пусть они их бьют. Они его бьют, то есть. Вот так правильно сказать-то. Пойдем. Я сейчас более-менее крутой. Этих петушар на раз-два валю. Так что шансы есть. Слышишь? Есть шансы-то. Живем. О-о-о-о. Так, вон туда нам еще рано идти тоже. Да, рано. Блин, вараны. Чуть-чуть в сторону возьмем. Хоть я их гашу, урон причиняю, но еще, я думаю, они на камушек залезут на тот. Чуть-чуть попозже я к ним приду. Давай, шевелись. Так, а мне еще от корголома надо список как-то... А, украсть, точно, а, блин, и ключ я как раз воровство и прокачал. Смотрите, как все удачно сложилось-то, блин. Ой, кто там? Там тоже вараны. Туда не идем. Там я тебя не спасу. И ничем не помогу тебе. Завалят тебя там. Да и меня завалят до кучи. Меня на основной обед, тебя на закуску. Ты свои как тощи. На один зуб. Нет, хотя у варанов нет зубов. Какого? У них же роговые эти штуки. Это же ящерица. Яшо. Это у Горыныча есть. У дракона. У динозавра. А у варанов нет. Здравствуй, Дасти. Здрасте, Мордасти. Харю отъел. Ну, хотя Харю отъел. Говорю, худой как. Что есть? Не доедал, не допивал. За что я захватил? Ладно.
Так, мы тебя... Куда мы тебя должны привезти-то? Дебил, сюда иди. Подожди. Знаешь, а в этом что-то есть. А в этом что-то есть, сказала леди Гадеева. И решила что прокатиться еще раз. Кто не знает, не кто думаешь, такая что леди Гадеева. Да, это девушка такая, которая голая по городу на верхом каталась. В каком веке не помню. В протест своего отца. Что он там делал? Я точно не могу вспомнить, магия что там отец сделал. Другие братья. Так, вот. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Пробудись. Там и леди Гадеева. Другие братья. Болото интересно, очень опасно. Что-то есть. Это можно сделать в любое время. Подобное заклинание. Это можно сделать в любое время. Со мной пришел человек. Да, отлично. Другие братья. Я посмотрю со стороны. Одного из своих последователей. Ну? Пробудись. Одного из своих последователей. Думаю, лучше уж присоединиться к ним, чем до конца жизни быть рабом Гомеза. Желаю удачи. Блин, думал, где-то подвис. Магию спящего. Одного из своих последователей. Болото очень опасное. Я знаю, что болото очень опасно. Кстати, давайте травы возьмем. Все было намного лучше. Халявные. Братья. Свои эти. Три косичка. Другие братья. Опа. А ты где? Вот он. О, я тебя потерял. Фортуна, я потерял тебя. Я хочу взять дневную порцию болотника. Вот, возьми. Три северных темных. Только не стоит курить их все сразу. Я не имею отношения к этому делу. Так. Давай меняться, что-то я сомневаюсь, что я у тебя смогу найти что-нибудь. Ой, что, не туда нажал. Сомневаюсь, что я смогу найти что-нибудь, что мне могло бы подойти. Спешка не доведет до добра. Так. Кстати, когда я первый раз играл в Готику, я играл именно вот за этот лагерь. Я думал, это уже давно решенный вопрос. За спящих этих. Да, попасть говорю, очень легко. Это не слишком не стараешься, а... Торговон. Каин. Давай, что ты мне расскажешь, Каин? Я не хочу. Так. Привет. Я новенький. А я Каин, ученик Коргалома. Ты ведь уже слышал о нем, правда? Да. Да. Тогда ты знаешь, что он правая рука Юбериона. Ну откуда мне это знать? Интересно. А что делаешь ты? Я помогаю Коргалому готовить алхимические зелья. Для этого используется болотник и слюна ползунов. Но сейчас ему необходима именно слюна. Так. Как добывать слюну ползунов? Ползуны живут в старой шахте. Недостаточно их убить. Слюну добудет тот, кто знает, как это делается. Если ты действительно хочешь научиться добывать слюну, тебе стоит поговорить с горнодраком. Он хорошо в этом разбирается. Каждый день он ходит к старой шахте. Утром ты сможешь его встретить внизу, под лабораторией. Слишком много предателей, слишком. Нельзя верить всему, что слышишь. Ты можешь рассказать мне что-нибудь еще о твоем учителе? Он не похож на других гуру. Он отвечает всем, кто захочет с ним поговорить. Но все же не стоит отвлекать его по пустякам. Так, ладно. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Я думал, это... Давай. Ответь мне. Глупость неизлечима. Я давно не знал. Да брось эти склянки. Больше не хочу слушать эту болтовню. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Как он мне отвечает-то? Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. А
Мне нужно достать у Корголома рецепт его зелья. Ты не сможешь этого сделать. Он хранится в личном сундуке Корголома. Не думаю, что он захочет делиться с кем-то своими тайнами. Глупость неизлечима. Я думаю... Ну все. Так, он со мной не разговаривает. Ой, ладно. Для этого мне нужен ключ. Так, кстати, давайте книги почитаем. Не хотел бы я, чтобы со мной... Лирика Миртаны. Песнь, покаяние. Погибло все, но солнце неустанно по-прежнему вершину вершит. Нужно думать. Годов. Что-нибудь говорить. Круговорот. Это уже давно решенный вопрос. И память о былом тревожит разум. Ну, короче, блин. Давай посмотрим, что дальше пишут. Рецепт зелий. Вино забвения. Больше не хочу слушать это. Это самое болтовню. Лучшее решение. Ладно, потом. Потом постараюсь. Глупость неизлечима. Прибить, пришить или что там, как нельзя правильно сказать-то. Тому, что слышишь. Так, мне надо усыпить еще одного. Надо выждать время. Опа. Чужие проблемы, не мое дело. Опа. Глупость неизлечима. Вот здесь вот. Это правда. Больше не хочу слышать. Лишь Юбериан. Так. Усыпить. Мы специально... Лишь Юбериан. Так, лечение, сон. Мы не забыли нашу цель. Давай лучше сменим тему. Лишь Юбериан. Мы не забыли нашу цель. Отделились от слепой толпы. Что ты делаешь? Я предаюсь размышлениям вместе с моими учениками. Кто научил тебя использовать магическую силу спящего? Никто. Это было не слишком сложно. Ключ к этому кроется в силе твоего духа. Я хочу увеличить свою магическую силу. Эй, думаю, что? Ты обладаешь способностями к обучению. Я буду учить тебя. Так. Я хочу приобрести магические свитки. Ух ты, шершни. Потом, ух ты, схема болотного лагеря. Я даже не помню, была ли она у меня когда-то. Возможно... Даже не знаю, 200... Нужно думать. 150. Что этим дело не кончится. Я не буду. Держись. Так, обучение. Лучше ни на что, ни на... Начнем прямо сейчас. Магическая сила. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Уже тогда. Ну вот. Давай на 5. Я не имею отношения к этому делу. Людям лучше этого не знать. Наверное, ты прав. Или еще на 5 можно. Что здесь что-нибудь изменится. Ну, думаю, хватит. Так. Интересно, в этом что-то есть. Закончить. Лишь Юбериан. Юбериан. Наверное, ты прав. Хотя подожди. На духовном уровне. Ух ты. Лишь Юбериан. А я могу украшать. Отделились от слепой толпы. Уже тогда. Юбериан. Так. Нет, краж не могу. А на один, когда надо остаться. Видения прояснялись. Так, подождите, я не хочу слушать эту болтовню. Угу. В одном из видений. Так и разговорился прямо таки. Я чувствую это. Ты не похож на тех, кто служит бароном. Ты больше похож на того, кто ищет что-то. Я думаю, ты ищешь истинную веру. Разве ты не чувствуешь в себе огромное желание познать смысл твоего бытия? Я вижу в тебе сомнение, посеянное словами прислужников баронов. Они выдают их за истинную монету, но ты-то чувствуешь, что все это ложь. Они лгут, чтобы получить власть над теми, кто слаб духом, но они не смогут одолеть твой дух своей ложью.
Ты же чувствуешь это стремление к свободе. Чувствуешь, как крепнет оно в тебе. Оно направляет твой дух, не мешай ему. Ты знаешь, что произойдет, если ты попытаешься его подавить. Ты будешь лгать самому себе. Перестань жить в тени собственных страхов. Отбрось сомнения. Ты должен меня понять. Близится время пробуждения спящего, и он освободит нас, а неверных жестоко покарает. Будут они смыты с лица земли гневом его, и души их будут истреблены. Не помогут им тогда ни раскаяние, ни горькие мольбы о прощении. Будет слишком поздно. За свои сомнения они заплатят ему жизнью. Так. Ты заговорил со мной. Значит, теперь я смогу обращаться к тебе. Я вижу, ты уже ознакомился с нашими правилами. Это похвально. В тебе сокрыта великая духовная сила. Я чувствую это. Возможно, ты очень скоро будешь принят в наше братство. Я заговорил с тобой, дабы дать тебе шанс доказать нам свою преданность. Вот что требовалось доказать. Это не слишком интересно. Учитель, я хочу вступить в братство. Помоги мне. Ты доказал нам свою преданность. Иди к Коргалому. Он даст тебе одеяние послушника. Ну-ка. Я чувствую это. Выполненные задания. Так, проваленные. Блин. Вот сейчас не знаю, учение проваленные. Спящий. Даже не знаю, как это. Я чувствую. В новый лагерь я смогу поступить, не смогу. Наша духовная сила. Хрен их знает. На духовном Коргалом. Мне наш Коргалом заговорил. Я уж не помню, кому-то от напиток от него надо свиток. Кому-то на рынке надо. Глупость неизлечима. Я самое лучшее решение. Так, водонос, крестьяне, так. Придите в новый лагерь. Принятие в новый лагерь. Мор, так, согласился показать мне дорогу. Мы стоим перед воротами в новый лагерь. Так, кольцо Ларс послал меня к Моргану. Я должен сказать ему, так я сказал. Я должен взять болотник у идола Исун, так, и продать его за 400 кусков руды, которые нужно принести Ларсу. Так. Кого там, значит, поняла? Так, послал меня к Моргану. Необходимо разузнать, что готовят братья. Так, Ларс послал меня к Маргусу. Я должен сказать ему, что в лагерь так сектантов нужно послать шпиона. Болотник и Сидра. Все время одно и то же. Больше не хочу слышать эту болтовню. Я не хочу в это ввязываться. Только нужно думать, прежде чем. И почему нельзя держать язык за зубами? Так. Я не имею отношения к этому делу. Ну ты как-нибудь на меня обрати внимание. Нельзя верить всему, что слышишь. Возможно... Что тебе нужно? Так. Уж лучше я посмотрю со стороны. Наверное, ты прав. Что за исследования ты здесь проводишь? Мои исследования так сложны, что ты в них ничего не поймешь. Не отвлекай меня от... Я хочу быть принятым в братство. Я слышал, что ты наставляешь послушников и решаешь, кто из них будет принят. У меня слишком много дел. Я провожу очень важные эксперименты, поэтому не могу уделить тебе ни минуты. Я соглашусь с мнением идолов. Если они скажут, что ты готов носить одежду послушника, то возвращайся ко мне. Что тебе нужно? Уже тогда было раньше ясно, что этим дело не кончится. Лучше, не то, что сейчас. По-моему, я смог доказать идолам свою преданность. Дальше. Идол Кадар считает, что я быстро учусь. И? Идол Тондрал сказал, что я могу получить одежду послушника. Я привел к нему нового последователя. Сначала тебе нужно освоить основы, и только потом ты сможешь достичь мастерства. По-моему, я смог доказать идолам свою преданность. Дальше.
Идол Кадар считает... И? Идол... Сначала... Понятно. Я не имею отношения к этому делу. Один торговец из старого лагеря хочет получить рецепт целебного зелья. Я никому не продаю свои рецепты. Ну что требовалось доказать? До встречи. Да просвети... Да. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Опа, в стол ушел. Я не имею отношения к нами. Другим не нужно. Блин. Что тебе... Все время одно и то же. До встречи. До просвет. Так, идол, блин, кто ты нахрен? Так. Идол. И си... А, ты должен взять болотник так и продать его за 4. А это не тот ли, который, блин, в лагере там и остался нахрен? Я таким хреном-то сюда приперся. Ой, я думал, здесь его надо воровать где-то. Так, ну фортуны точно нету. Так, кто у нас еще такой? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, вот здесь вот есть еще, правда, один. Ну, что ты мне предложишь? Такого не случится. Сколько можно повторять одно и то? Это же не мое. Да прибудет. Ну и пошел ты нахрен. Здесь никому нельзя доверять. Каждый должен на планете. Так. Не думаю, что здесь можно. Теперь мы бежим. Куда мы бежим? Мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Бежим обратно в лагерь. Старый. Мне это еще слишком интересно. Поговорим. Вторую половину грабить. Да, дурное дело не хитрое. Это точно не моя проблема. Не бип. На бип. Сколько идол можно бип повторять одно и то же? Идол. И сидро, блин. Так, можно. Расскажи, что у тебя лагерь. Да хранит тебя. Сохранит. А, да? Людям никто лучше этого не знать. А если вот так? Но... Не стоит. Я уверен, что сам смогу помочь тебе решить. Ну, конечно. Да хранит. Давай поговорим о чем-нибудь. Сковорода. Итак. Мы еще мало мощные, но уже хотим в бой. Что мы можем сделать? Ничего не видно. Куда ты завел? Нас не видно низги. Идите вперед, не компенсируйте мозг. Так. Шашки на голо. Ну ты кто-то крысы. Тихо. Вот так. Тех победил. Так. Что у нас в пещере, я уже забыл. Давайте глянем. Что, неужто ничего? Ой. Скелет какой-то, палец была, что ли? Ай-та-та-тушеньки-та-та. Так, надо... Сколько время? Ой, время уже к 8. Темнеет. Так, подождите.
Нет. Вот, теперь хоть видно стало. А то после пещеры пропали текстуры. Да. Ну ни хрена ты. Вот тебе и здрасте. Так, петушары. О, не успел. Так. Ну, по крайней мере, я еще пока не лечусь в таком бешеном темпе. Стой. Да стой ты. Блин. Вот так, подожди. Сохраняем. Готовы? На. Да подожди ты. Блин, да кто бы сомневался. Так. Блин, да хрен там. И повыше-то не забраться. Ну да. Так, ладно, обойдем их стороной. А куда мы? А туда мы не пойдем, нет. Не надо мне голову-то морочить, я знаю, куда идти. Что у нас по времени? Блин, сейчас сундуки. Пора будет красть уже скоро. Кстати, а тут двое же было, два варана. Вон они. Так, сохраняю. Я, конечно, ни на что не рассчитываю. Но вот сюда-то можно. Будем надеяться. То в окружную не пойдут. Голове как можно больше порешать их, чтобы опыт был. Ну, давай. Так, все, да? Так, теперь там гоблины, они вроде простые гоблины. И как они отреагируют, я не знаю. Давайте сначала проверим их реакцию на лук. А, черный гоблин. Это немного усложняет все это дело.
Стойте, стойте. Вы как гремлины какие-то. Так, а как мы с вами быть? На. Не, так долго бы нет. Этот вариант нам не подходит. Идем к башне. Нас ждут воровство. Так. Если спать до полуночи, то как раз еще и выздоровеем. Так что по времени все нормально будет. Блин. Ох, сейчас опять накрадусь. Ну, я думаю, вот этот фрагмент я не буду заснимать, потому что, ну, воровство есть воровство. Это очень долго и муторно, говорю. Около часа, наверное, воровать только буду. Поэтому, чтобы не записывать. На прошлом видео он показал, как это воровство происходит. Так. Что у нас там? Пятый день. Пойдем вот на лавочку спать до полудня. Какой полудня? Полуночи. Вот вот так. Еще и здоровье взял. Ладно, жмем на паузу.